Привет, друзья! Добро пожаловать в мой влог. Я бегу по делам. Ну, по каким делам? К врачу я бегу, как обычно. Куда я еще могу бежать? Я же иммигрант, правильно? Все иммигранты бегают по врачам, и куда они еще бегают? А, и на бьюти-процедуры. И едят пельмени всякие с вкусняшками. Погода у нас хорошая, градусов, мне кажется, между 22 и 5 варьируется. Вот с утра был дождь, сейчас солнце. Чувствую я себя прекрасно. Правда, бывает, что у меня внутри печка снова загорается и становится почему-то очень жарко. Когда поешь особенно. Ночью я сплю без одеяла, хотя у нас 15 градусов по-прежнему ночью. Ну, в общем, я поняла, что я плохо себя чувствовала из-за жары. В жару быть беременной очень тяжело, на самом деле. Да, это очень влияет, и сил прям совсем нету. А вот сейчас комфортная погода. Как вы поняли, я думаю, рожать я буду в России, естественно, потому что, ну, на лето мы так и так приезжаем в Россию. Сейчас лететь обратно никакого смысла нет, да? Ну, конечно, это не основная причина. Основная причина в том, что хочется перед родами, так скажем, отдохнуть, прийти в себя, чтобы родители побыли с внуком. Им в удовольствие, и мне в радость. Опять же, немножечко выдохнуть. Baby moon это называется, да? Когда перед родами едут куда-то отдыхать. Потому что потом уже жизнь будет другая. Но она будет другая, у меня она будет не кардинально другая, но как бы, к переменам я уже привыкла. И с двумя детьми, конечно, будет сложнее справляться. Муж мне хорошо помогал с Мишей, насколько он мог помогать. Потому что до года я считаю, что нужно помогать не с ребенком, а маме. Нужно ухаживать за мамой. Кормить ее, там, по хозяйству помогать. А после года уже вот именно с ребенком нужна помощь. Там, если куда-то выйти, его оставить, его накормить. То есть уже немножечко меняются обязанности. Мне хорошо помогал муж, но ему нужно работать. Я думаю, что если сейчас я бы осталась там, он бы опять сидел рядом с нами. Постоянно его дергать тоже, ну, не совсем правильно, да? Потому что нужно зарабатывать деньги. Вот, это основные причины, которые я перечислила. А насчет разницы в обслуживании беременных я вам обязательно расскажу, когда смогу сделать какие-то глобальные выводы. Пока глобальных выводов я сделать не могу. Так, давайте я, наверное, переключусь и с вами поболтаю, чтобы ни в кого не врезаться. Потихонечку пойду, вышла заранее специально, чтобы снять что-то. Так. Хотела с вами поговорить, значит, по поводу предыдущего влога. Вот не хотела даже эту тему начинать, чтобы мне было лень, а потом я смотрю, комментарии приходят и приходят, и приходят, и приходят. Я вот эти, вот знаете, ответы хейтерам, оправдательные видео я не очень люблю на самом деле. Не знаю почему. Как-то в такой странной позиции выступаешь, когда оправдываешься, как будто бы оправдываешься, да? Если вкратце, сейчас я пройду мимо людей, чтобы никого не смущать. Если вкратце, там я говорила о том, что люди в Турции гораздо более отзывчивые. Ну, да, это правда. Есть с чем сравнить, как говорится. Они более отзывчивые, они вообще спасатели. Турки, они по жизни спасатели, особенно мужчины. Они вот любят спасать, помогать, участвовать, давать советы. Но дают они советы с точки зрения, чтобы помочь. И я говорила о том, что я испытала трудности с тем, чтобы спустить свой чемодан с трапа. У меня просто не хватило рук. Боже мой, что тут началось? По сути, ситуация выеденного яйца не стоит. Ну, какой-то там чемодан, боже мой. Ну, спустила на 5 минут позже, да? Не помог мне никто, ну и ладно. Я же сказала, что никто и не обязан, но вы же просто не знаете этой истории до конца. Я же не рассказала вам окончательно историю с ее развязкой. Что мне там только не писали. Спасибо, что мне там только не писали. Ты не должна была брать ручную кладь. Это твои проблемы.
Ты должна рассчитывать на свои силы. Это твой муж во всем виноват. Вот эта вот мизогония, да, которая процветает, ненависть от женщины к женщине, и ты должна все сама. Боже мой, откуда у вас это? Честно, не понимаю. И зачем мне самой? Просто не совсем ясно. Самой можно в маршрутке. Самой можно в автобусе. Самой можно в поезде. Но самолет — это несколько иное средство передвижения, совершенно другими ценами. Там летают люди с другими запросами, понимаете? И самолет — это то место, которое... Место, транспортное средство, которое не остановится у обочины, если кому-то стало плохо. Там и совершенно другие требования безопасности. А значит, почему я летела без багажа? Без багажа я летаю с минимальным багажом всегда, потому что у меня полным-полно барахла здесь, в Москве. Я живу на две страны. Но главная причина, почему я летела без багажа, не для того, чтобы взять багаж в самолет. Я не знаю, вот люди, наверное, никогда не были в самолете и не понимают разницы, что ручная кладь — это ручная кладь, а багаж — это багаж. Положено, по-моему, 10 килограмм на пассажира. Раз. Почему я не взяла этот багаж? Потому что моя подруга, которая ехала на машине из Турции в Москву, любезно предложила мне сама. Потому что я с маленьким ребенком лечу, беременная. Она забрала мои вещи и отвезла их моим родителям. Вот за что ей большое спасибо. Человек понимающий, человек добрый, отзывчивый. Поэтому я летела без багажа. Почему я осмелилась взять... Ведь я оправдываюсь, да? Ну, ненавижу такие видео. Ну, ладно. Почему я осмелилась? Хочу смотреть вам в глаза. Почему я осмелилась взять ручную кладь в самолет? Потому что она положена мне. И лететь налегке я не вижу смысла. Потому что билеты стоят безумных денег. Я возьму все, что мне надо, все, что мне положено. А положено ребенку переодевалка, питание, подгузники, игрушки. Мне переодевалка, потому что ребенок меня может обслюнявить, облить. Ее может стошнить, не дай бог. А что еще? Что у меня там еще было? Ну, документы, может быть... Парочка помад, крем для рук, санитайзер. Вот такой маленький чемоданчик и набрался. Вот, собственно, и все. Потом я беру питание для ребенка в случае, если мы, например, экстренно сядем. Я об этом всегда думаю. Такое может быть. И кормить ребенка будет нечем. Поэтому я беру пюрешек побольше. Беру кашу заварную, который можно, простите, в бутылку заварить. Вот и набирается чемоданчик. Я взяла именно тот багаж, с которым я могла справиться, и с которым я справлялась. В одной руке у меня была коляска, в другой руке чемоданчик, на котором стояла сумочка. Вот так вот я дошла до самолета, до трапа. В Турции влезть на трап мне помогли... Сами помогли, просить не надо было. Помогли работники. В России была следующая ситуация. Так, где тут моя поликлиника? Тут перейду, наверное. Сейчас перейду, перезвоню вам. Да, загвоздка была, собственно, исключительно в трапе. Если бы был рукав, я бы вообще без проблем. Без проблем бы справилась. Что было? Было то, что мне надо было, когда мы прилетели в Россию. Был трап, не рукав. И мне нужно было спустить. Коляска ждала внизу, у трапа. Мне нужно было спустить ребенка, который не хочет спускаться пешком по лестнице. А даже если спускается, его нужно поддерживать, как бы еще самой бы не скатиться. В руке у меня был этот чемоданчик. Я просто не справилась. Я оставила этот чемодан сверху, сказала работникам, стюардессе сказала: пожалуйста, не убирайте трап,
Это мой чемодан. Они очень торопились его брать. Это был мой чемодан. Пожалуйста, не убирайте. Я сейчас спущу ребенка. Я поднимусь и заберу чемодан. Девочки, я же не я же мать. Я же мать, я никогда не включаю. Я же матерей, я ненавижу. Никогда никого ни о чем не прошу и не попрошу принципиально. Что было дальше? Они стали кричать и говорить: это ее чемодан, ее чемодан. Внизу стояло человек 10, наверное, я не знаю, чем они занимаются. Это были грузчики, технические работники. Люди в жилетах, мужчины внизу стояли. Чемодан весил, ну, не больше 8 килограмм, не больше, если не меньше. Не убирайте, она сейчас заберет, она заберет. Ну, значит, коляску мне там каким-то образом помог собрать мужчина, потому что мне надо было держать Мишу, чтобы он не убежал. Мужчина, который сам был с ребенком. Я его посадила в коляску и побежала наверх за чемоданом. Вот. А на это все смотрели человек 10 мужчин. В это время из кабины вышел пилот и спустил мне этот чемодан. В принципе, ничего такого страшного не произошло. И да, вы правы, мне никто ничем не обязан, но лично мне эти люди ничем не обязаны. Но, знаете, когда такое происходит, как-то вот начинаешь задумываться, правильно ли мы все делаем в этом обществе, в этой жизни вообще. И, может быть, стоит как-то быть не совсем такими суровыми и быть самими за себя, да. Как-то, может быть, вот наши люди, они, понимаете, я вообще человек, который между, да, двумя странами. Я не того менталитета на 100%, и уже не этого. Но нашим людям все-таки стоит быть немножечко, ну, чуть-чуть бы вот они оттаяли. Они такие суровые снаружи, но такие добрые внутри. И вот это вот я сама, ты должна сама. Зачем? И, кстати, в автобус мне помогла влезть женщина, у которой было двое детей тоже. И сумкой она мне помогла. Женщина, у которой самой были сумки. Вот. Будьте добрее, пожалуйста. Будьте добрее. Что мне только не написали. Каких мне гадостей. Сколько мне людей пришлось заблокировать. Ты сама виновата. Ты не рассчитала свои силы. Вот я там с 5 детьми летаю. И я все сама могу. Молодец. Хотела сказать по поводу обязанности стюардесс. Я летела на... Сколько я летала с Мишей? 2 раза я летала с Мишей. И один раз я отдала Мишу, мне надо было в туалет выйти. Просто одной справиться, ну, нереально. Когда ты летишь с ребенком, вообще бывают такие ситуации, когда ты, ну, сама не сможешь просто. Хотя мне почему-то раньше казалось, что все можно самой. И, собственно, мне надо было в туалет. Уже невозможно было терпеть. У меня была очень милая соседка, добрая. И мне, ну, я попросила, чтобы она подержала его, пока я схожу в туалет. Ко мне подошла стюардесса и сказала, что вы не должны напрягать соседей. Это наша работа. Я обязательно подержу вам ребенка. Разведу смесь, разведу кашу. Вот. Другая стюардесса размещала мой багаж, пока он уползал от меня. Ну, в общем, вот так, да, это обязанность стюардесс. Еще отвечу на вопрос, почему мы полетели так поздно, да, почему мы всю жару просидели, грубо говоря, в Адане, ну, большую часть. Я ждала, когда Мише исполнится 2 годика, вопрос об экономии, да, чтобы купить ему отдельное место. Потому что с животом, в начале лета он еще был поменьше, с животом, ну, для тех, кто не знает, дети до 2 лет должны летать на маме. Это очень тяжело. Я летала с Мишей, когда он был на мне, это был...
ужасный перелет. Это был просто адский перелет, потому что мой ребенок не сидит на месте. Развлекать его было в самолете нечем и негде. Я зареклась. А место до 2 лет ему не продавали, нужно тащить с собой автокресло. Поэтому я ждала 2 лет, чтобы лететь с ним на разных местах. Чего, кстати, можно было не делать, потому что самолет был полупустой. Полупустой. Вот если бы я очень хотела сэкономить, я бы не стала ждать 2 лет. Я бы купила бы одно место, выставила бы свой живот и сказала: так, люди, у меня особое положение. Вот, пожалуйста, предоставьте мне какое-нибудь место для инвалидов в самолете. Найдите. Господи, я вообще идеальный клиент. Никогда не пишу плохих отзывов, никогда не ругаюсь, молча ухожу, никогда не пользуюсь своим положением. Но думаю, может, пора уже начать это делать, наконец-то, не быть такой скромной. Вот. Одну баночку покупать скидка 5%, если 2 баночки 10%. Как красиво, да? Правда красиво. Или это солнце, не знаю, земля. Всем привет! Добро пожаловать в следующий день. Как я кудрявая, у меня была укладка. Была да сплыла, как всегда. И челка-шторка превратилась просто в кудряшки. Значит, иду в очередной раз к врачу. Сегодня у меня терапевт. Мне для того, чтобы встать на учет, нужно пройти врачей. В России это так. И все врачи у нас расположены в разных поликлиниках. У нас здесь несколько поликлиник в районе. И все врачи, как-то система меня записывает в разные места. Я бы вообще за один день все это сделала. Но они как-то вот окошки так выбрасывают, что ты за один день это не сделаешь. Значит, сегодня я была на скрининге. Это так называемый второй скрининг. Но у меня уже для второго скрининга поздновато, на самом деле. Все скрининги мы сделали в Турции. Все исследования мы сделали в Турции. Но меня... все равно решили проверить еще раз. Ну, это понятно, что каждая клиника доверяет своим результатам. Мне очень понравился роддом. Мне очень понравился врач на скрининге. Ну, женская консультация. Врач женской консультации. Я, кстати, была в этой консультации год назад. Просто была у гинеколога. Мне очень понравилось. В этот раз врач была менее серьезная, потому что УЗИ она мне сделала там буквально за 30 секунд, наверное. Еще был такой, знаете, интересный опрос. Прям очень интересный опрос. А сколько комнат в квартире? Какой у вас доход? Имеются ли антисанитарные условия? Официальный ли у вас брак? Какой по счету муж? Так, какой-то еще был вопрос. А желанный ли у вас ребенок? Я не знаю, это нужно для статистики. И что эта информация дает? Просто интересно, напишите, может быть, вы знаете.
Мне, конечно, не жалко рассказать всю правду о себе, но мне и скрывать-то нечего. Но я знаю, что много женщин, конечно же, рожают и отказываются. По-разному бывает. В разных условиях рожают тоже. Но хотелось бы знать. Вот я иду пешком, хожу пешком много в последнее время. Мне казалось, что я неподвижна, но оказывается, это было просто жарко. Вот сейчас в прохладе я хожу. Ну, могу много пройти. Пока что могу. Сейчас дорогу пройду. Вот, живот у меня уже большой. Будет еще больше. И что еще хочу сказать. Детские поликлиники у нас очень классные, отремонтированные. Ну, врачами я, в принципе, довольна. Есть хорошие специалисты, есть нормальные специалисты. Все очень чисто. А взрослые поликлиники, ну, по сравнению с детскими, конечно, я по внешнему виду сужу. Чисто про внешний вид говорю. Проигрывают и по чистоте, и по ремонту. Немножечко такой имеют уставший вид. Хотя, когда я была маленькая, я помню, меня бабушка водила в поликлинику. Для меня всегда это был кошмар. Для меня это был всегда такой стресс и страх. Сейчас, конечно, все очень доброжелательные. И дети, я думаю, такого стресса не испытывают. Раньше было по-другому.